Ребят, всем привет! Приветик! Сегодня мы поговорим о том, как бороться эффективно с мышами. Особенно это, как это сказать, актуально осень, зима. Они появляются в наших погребах, подпольях. И с ними иногда не очень вообще легко совладать. И в домах тоже они появляются. И в домах тоже. Они на зиму прячутся, ищут теплые укромные местечко, где бы вкусно покушать. На халяву. Где бы пригреть свой хвостик. Да, да, да. Мы за много лет перепробовали очень много разных средств. И зеленые таблетки, и какие-то средства бактериальные. И тесто какое-то. И тесто покупали, и рис, пшено. Пшеница красная. Покупали, пшеницу, да. Что мы только не перепробовали, ничто так неэффективно, как то средство, о котором мы сегодня вам расскажем. Эффективно, доступно, недорого, просто. И не ядовито. И не ядовито. Вообще не токсично, никаких нету побочных эффектов, так сказать. Я имею в виду для человека и для окружающей среды. Нам понадобится емкость. Можно брать картонный ящик, можно брать что-то другое, пластиковое. Можно что вам нравится. Главное, чтобы был вход и высокие борта. Нам нужна будет приманка, обычные семечки. Я взял в данном случае жареные, они более пахнут. Можно брать семечки, можно брать любое лакомство для мышей. Любое, которое они любят. И теперь переходим к самому главному. Это клей. Мы взяли два вида клея. Это клей домовой и клей АЛТ. Вот этот, сразу скажу, он более сложно выдавить его. Он с запахом ореха. Сразу этот, уже с приманкой идет, да, сам клей даже. А этот клей, он в виде силикона, такой прозрачный, очень сильно тянется, просто сильно тянется. Но без запаха. Вот так выглядят тюбики, мы их уже немного использовали. Сейчас мы с вами это сделаем еще одну ловушку, и вы посмотрите, как это все делается. Хочу поделиться личным таким наблюдением, что прежде чем наносить клей на поверхность, он должен быть теплым. Где-нибудь положить его, потому что когда он холодный или даже комнатной температуры, его довольно сложно выдавить из тюбика. Это у нас клей домовой. Смотрите, какой он по густоте и по цвету. Этот клей потом чуть-чуть он растечется, но самое главное, чтобы грызун зацепился животом за него. Обратите внимание, что одного тюбика хватает на две ловушки. Вот этого можно даже растянуть на три, если будет узкий проход. И теперь вот этот вот клей. Смотрите, как он тянется. Как будто как это силикон какой-то. Да, я же говорю, силикон. А вот этого АЛТ даже на три ловушки хватит. Муж делает большие ловушки, можно делать их поменьше, но у нас просто очень сильно развелись мыши. Поэтому мы делаем две большие ловушки, чтобы их извести. И в конце рассыпаем саму приманку, к которой мышь захочет добраться. Стоимость, видите, на пачечке даже указано 208 рублей, 288 рублей. Ну, понятно, что здесь больше намного его, здесь поменьше тюбик. На два раза, на три раза примерно 100 рублей одна ловушка вам обойдется. Вот такой ловушки хватает на очень долго, практически на всю зиму. Ставите ее в подполье или где в укромном месте в доме, или в кладовке, где у вас там есть мыши. Для дома можно сделать очень маленькую, да, ловушечку. Можно маленькую ниже сделать, то есть... Сама цель, чтобы мышь прилипла. Ваша фантазия, сама суть, вот идея. А как вы эту идею воплотите в жизнь, это уже от вас зависит. А главное, чтобы на клей ничего не сыпалось, не падало. Ставьте в таком месте, потому что чем больше будет мусора на клее, возможно, например, вы захотите поставить в подполье над лестницей, по которой ходите. И с лестницы будет осыпаться мусор, понятно, что клей очень быстро придет в негодность. Поэтому нужно ставить в таком месте, чтобы как можно меньше сыпалось разного мусора, пыли и так далее, мусора на вот эту клей, на клей. Еще хочу добавить, что в прошлые годы мы пользовались такой вот системой. У нас подполье примерно плюс 4, плюс 2, и они отлично работают. Клей не замерзает. Надеемся, что данное видео поможет вам избавиться от грызунов, сохранить ваши запасы. Пока-пока, ребят, до новых видео.